заезжали за день и подводили ее к церкви. Ну, когда уже у там начали проблемы с ногами быть. Вот. То есть это была Мальпинка, которая не пропускала церкви, всегда это самое, приезжала. И так как, ну, к ней иногда кто-то ездил, я там еду домой, подвозил. И она очень часто передавала деньги на строительство храма в Барнаул, в Новокузнецк, на детский лагерь. Ну, то есть не то, что там как-то вот специально, а вот она говорит, Александр, когда в Барнауле будешь? Ну, это понятно, что это была деньги, все наличные. Я говорю, ну, я там бываю примерно раз в месяц. Ну, вот ты передай денежку там на строительство храма. В Новокузнецке бываешь? Я говорю, я там не бываю, ну, крайне редко бываю, но могу там через людей передать. Ну вот, передай, пожалуйста. А на детский лагерь? Ну да, на детский лагерь тоже возьму. Вот так мы с ней немножко общались. Ну и вот еще такой случай из ее жизни, не случай, как бы, может быть, это давать-то правильно, не знаю, может кто-то мне здесь поправит. Значит, когда еще был жив Александр Геевич, и он уже по болезни не ходил в церковь, а она приходила из церкви, а он ее спрашивал, а что сегодня читали апостола? Она, ой, что-то я забыла. А Евангелие что читали? О, что-то я тоже забыла, не помню, что я забыла. А батюшка что говорил в проповеди? О, что-то я тоже забыла. А что же батюшка говорил-то? А он ей говорит, а ты что ходила в церковь? С подружками разговаривать или молиться? И вот она в следующий раз уже приходит, а он это все читал дома. Она приходит, он спрашивает, ну что сегодня апостолы читали? Она говорит, вот то-то, он говорит, правильно. А Евангелие? Вот правильно. А батюшка что говорил в проповеди? А батюшка это говорил. О, слава Богу, ходила молиться. Вот такое, ну я для меня это вот такое наблюдательное, что я детям в детском лагере заканчивается служба воскресная. И я говорю, дети, что сегодня читали в церкви Евангелие? Раз тишина. А там простой очень эпизод, когда Господь ходил по водам. То есть, ну, простое же, да, вот так человек вышел из церкви, раз, я не помню уже, что читали. Вот, ну вот такое вот у меня запомнилось мне немножко общение с Анной Артемьевной. Царство и небесное. Никогда о ней не слышал никакого осуждения. Ну бывает, что вот так вот, если мы встречаемся, там что-то там она говорит, там, допустим, человек говорит, вот у нас там пенсии не хватает, или еще что-нибудь там, или проблемы какие-нибудь. А от нее никогда не слышал недовольного слова. Царство и небесное. Ну и еще, когда добавлю, епископ Силуян говорит, когда человеку уже за 80 лет, он живет на прибавке. Он говорит, вот человеку 70-80 лет отпущено, и кому-то сколько Господь отпустил, а если уже больше, то это на прибавке. Ну вот у Анны Артемьевны была вот такая прибавка, почти 95 лет она прожила. В феврале бы уже было не 95 лет. Солидный возраст. Никаких материальных благ. Вот сейчас я смотрю ее там шкаф. Там, ну, можно сказать, пареньки одни. То есть она ничего себе не позволяла, только в туристе в церковь, только в храм, только заказывали, только милостыня. Она все раздавала. Она вот жила только в спасении вручения. Так что царство небесное. Ну, как-то так в жизни получилось, что, ну, Господь не дал им детей, вот, в Бабиане с дедой Сашей, вот, а мы в церковь ходили, вот, там, еще маленькие были, и как мы с ней познакомились, как-то им снег нужно было почистить, вот, то ли она кому-то поделилась, или как-то сказали, в общем, и мама нам говорит, а как-то приучали всегда бабушкам помогать, там, говорит, съезди, помоги почистить. Вот, и первый раз приехал, помог, и как-то так у нас получилось, что мы дальше стали общаться, помогать им, вот. И тут, когда сообщили, что она упокоилась, я вспомнил из ее жизни, вот, что интересный момент их, как бы, супружеской жизни совместной. Александр Леевич, он вырос в верующей семье, как бы рос, вот, но вырос светским человеком, вот. Она вышла замуж уже там за 30, вот ей было, познакомили их, и она говорила, что, получается, свекровь, мама деда Саши, говорила ей, ты вот, ну, соглашайся замуж, в общем, будешь молиться за него, и вот он уверует, как бы, ну, станет уже там прям христианином, все, и говорит, это тебе очень сильно зачтется перед Богом, вот, и она не побоялась, естественно, ну, вроде как и замуж надо было, он был хороший, ответственный, он работал, вот, и поэтому поженились, все. Но, вспоминая слова, вот Христос,
когда ходил с людьми, ученикам сказал такие слова, вот в Евангелии от Луки, там 9-8 глава, по-моему, он начинается так, говорит: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. Вот, то есть вот ключевые слова первые: если кто хочет. Христос никого насильно не тянет, никого там пинками не загоняет, там угрозами какими-то. Вот, и поэтому, когда они поженились, бабаня предлагала ему, значит, ну, в храм там еще что-то, он говорит: Анна, ты меня не зови, да? Ну вот, давай я сам, вот придет время, я там пойду. Вот, я уверен, естественно, она за него молилась, там как-то еще кто-то молился. Вот, и однажды случилось, что время было Пасха, значит, ночная служба пасхальная, он был дома, и как-то, а ей на службу надо было. Она говорит: ну что, будешь сидеть дома, пойдем со мной. Ну там, постоишь сколько устанешь, домой поедешь. Вот. И это было переломным моментом в жизни. Он, значит, на службу на праздничную, по-моему, отстоял, вот, уехал домой. И потом стал потихонечку ходить, и в нем возрос такой интерес, что он потом: Анна, я, говорит, не понимаю, вот прихожу на службу, не понимаю, что читают, что там делают. Говорит, это, помоги мне, ну, там, найди кого-то. Вот, то есть у него был прям такой сильный интерес ко всему. Вот, он интересовался, давай изучать, его познакомили с Андреем Федотовичем Долговым, вот, и он как бы там проводил занятия, что-то вот с ним занимался, и Александр Деевич вот стал это прям, ну, таким даже, как сказать, не то что ученым, ну, то есть все-все изучать, все понимать, разбираться во всем, вот, и мне, говорит, ну, как легче, интересно тогда, когда человек понимает вот ход службы, что, зачем, как, вот. Вот такой интересный, как бы, ну, я так вот слова Христа вспомнил, что человек должен сам, как бы, созреть. Вот. А дальше уже отвергни себя, то есть отвергни себя — это убрать из своей жизни все то, что мешает нам идти к Богу. Все там какие-то свои вредные привычки, там какие-то страсти, еще что-то. Ну, все, исследовать до конца, собственно, что и делал Александр Деевич и Бабаня. Вот, так что Царствие Небесное. Спасибо, Христос.